Вы начинающий теннисист. С чего начать? С удара справа, потому что это самый часто встречающийся удар в современном теннисе. В своей работе я выделил 4 удобных, понятных шага для построения удара справа. Каждый из них имеет свое определенное значение. На примере Роже Федерера я расскажу и покажу, как построить удар в самом начале вашего теннисного пути. Дам упражнения, которые помогут это сделать, и сакцентирую внимание на важных моментах. Также я познакомлю вас с ключевыми словами-подсказками. Это короткие и понятные слова, которыми вы можете себе подсказывать правильные движения прямо во время удара. В конце урока пойдет речь о дальнейшем усилении удара справа. Перед вами 4 шага, которые необходимо последовательно выполнить при ударе справа. Сначала необходимо подготовиться, затем опустить ракетку, разогнать ее и правильно закончить удар. Подготовься, опусти, разгони, закончи.